Зал встретил Арифа Бабаева аплодисментами. Всю свою жизнь он посвятил музыке. Он родился в Агдамском районе Азербайджана в Нагорном Карабахе. Эти края издревле называли консерваторией Кавказа, колыбелью музыкального искусства Азербайджана. Еще в юности Ариф Бабаев выступал на сцене театра в родном Агдаме. Был солистом Азербайджанской государственной филармонии, исполнял ведущие партии в Азербайджанском государственном театре оперы и балета. Исполняя мугам, Ариф Бабаев побывал с гастролями в более чем 60 странах мира. Он является кавалером орденов «Слава» и «Независимость». А в преддверии 80-летия народного артиста президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Арифа Бабаева орденом «Честь». Открывая юбилейный вечер, награду Арифу Бабаеву вручил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев. Как отметил министр, своим талантом такие музыканты, как Ариф Бабаев, носят свой вклад в общечеловеческое наследие. Одним из важных достижений Азербайджана после восстановления независимости является включение азербайджанского мугама, искусства, созданного азербайджанским народом, в список мирового нематериального культурного наследия. Сегодня мугам принадлежит не только азербайджанскому народу. Это наследие всего человечества. И мы гордимся тем, что видные представители нашего народа вносят большой вклад в мировое культурное наследие. Поздравить юбиляра пришли ведущие деятели культуры и искусства страны, с которыми Ариф Бабаев дружит уже долгие годы. Как отмечали гости, феномен Арифа Бабаева – это не только необычайный творческий дар, но и большая любовь к азербайджанской музыке. Именно Ариф Бабаев стал одним из первых педагогов азербайджанского классического мугама, одного из основных жанров азербайджанской традиционной музыки. Мы уже более 30 лет исполняем мугам вместе. Ариф Бабаев – мой большой друг, можно сказать, старший брат. Я бы сказал, что он один из лучших исполнителей мугама, один из лучших ханенде. Я желаю Арифу, чтобы следующий свой юбилей он отметил на родной земле в Карабахе, в освобожденной Шуше. Я думаю, что и несколько часов будет мало, чтобы рассказать о творчестве Арифа Бабаева. Сегодня его ученики – заслуженные народные артисты республики. Мы им гордимся. Я надеюсь, что среди наших талантливых музыкантов будет еще больше таких профессиональных педагогов. Его называют одним из лучших вокалистов-исполнителей азербайджанского мугама. Первый профессор мугама Ариф Бабаев воспитал не одно поколение талантливых музыкантов. В свои 80 он продолжает работать, заведует кафедрой сольного пения Азербайджанской национальной консерватории, где и преподает по сей день. Лейла Курбанова, Алис Рухаюглу, CBC.